пришла на локацию, на которой меня вчера не было. Это локация детского отдыха. Тут очень много разных развлечений. Батуты, водичка, сигвей, кстати, которые были вчера в другом месте, но сейчас их, похоже, переместили. Мячи футбольные, развлечения, сделай что-то своими руками. Какой-то игровой телефон. Вот сейчас пойдем поинтересуемся. Дети делают. А что ты делаешь? А, это ты играешь. Не стесняешься? Очень много разных вещей, которые можно здесь приобрести и заодно поиграть. Попробовать, насколько они тебе понравятся, чтобы понять, хочешь ли ты их купить. Это замечательная идея. Знаю я такую фишку в одном из магазинов, но поскольку рекламу бесплатно не делают, но рекламировать этот магазин здесь на своем блоге я не буду. Чем-то заняты, родители могут отдохнуть на мешках, подушках, поговорить между собой, вздохнуть. Такой оригинальный футбол с двумя машинками и мячиком. Ведете блог или общаетесь по телефону? Металлопластиковые конструкции. Я где могла уже нафотографировалась, наснимала. Сейчас мы пойдем еще посмотрим, где остались свободные площадки, где еще что-либо осталось. И, собственно, будем тоже сворачиваться, ехать домой, лечить мое горло. Надеюсь, когда-нибудь я смогу пить. Зашла охрана, она выгоняет сейчас из помещений людей. Но, собственно, это необходимая мера. Сама организация данного мероприятия на высшем уровне. Это я говорю лично как бывший организатор мероприятий. И питание, и зона отдыха, и развлечений. Все на замечательном уровне. Поэтому огромный респект. Видео Жара супер. Самая классная тусовка. Надеюсь, в следующем году она также будет. Спасибо, что подписывайтесь на мой канал, смотрите OfiSmile, смотрите Клевер, смотрите блогеров, пишите замечательные, интересные видео, фотографируйтесь и будьте счастливы. Приходите на Видео Жару, творите, делайте мир красивее, лучше и добрее. Всем удачи, пока!